считаю, работа всегда должна нравиться, чтобы на ней работать. В народе харвестовщик. Три месяца обучения, потом стажировка и потом допуск к самостоятельной работе. Производим рубку деревьев. Мне нравится. Ну, это многооперационная машина по сортиментной заготовке древесины. Промажем все узлы и детали и поедем на заготовку древесины. Все, цех поменяли. Сейчас мы находимся на рубке. Разрубка леса будет производиться, то есть под строительство индустриального парка. Получаем задание от мастера. Вот этот кусок мы вырубаем. И получаем технологическую карту. За чертой краски мы уже ничего, ну, не трогаем. И поехали. Просто. А на самом деле? На самом деле. Вообще харвесторная голова, ну, это главный орган харвестера, которая производит срез дерева, обрезку сучьев и раскрыжовку на ассортименты по определенной длине. Ну, скажем, как затупилась в то время, мы и меняем ее. Ну, то есть по срезу я уже вижу, к примеру, на смену используем 2-3 цепи. В конце смены я забираю и на мастерском участке произвожу ее заточку. Сначала он выбирает дерево, захватывает и нажимает на пульте кнопку порода. Ну, какая порода? Елка, там, береза, сосна. И, соответственно, ну, компьютер определяет, какая порода, и начинает программа тянуть грызло. На данный момент это елка. Выбираем. И у нас система Матомит автоматически определяет по диаметру, что мы отпиливаем. Ну, харвестер стоит тысяч, наверное, 300-350 евро. Ну, амкадор наш стоит 3 миллиарда, наверное. Ну, нужен харвестер и фарвардер, покупать пары, то есть, ну, чтобы они работали в паре. Фарвардер вывозит, харвестер режет. Ну, работа, скажем так, конечно, специфическая, монотонная, то есть целый день в лесу, нужно тоже терпение. А что было на обед-то? Сова снесла яйца. С собой. Яйца, смотри, вон еще оставь. Да нет. Ты ж масло налей. Поехали. Ваша работа в чем заключается? Погрузка, вывозка, сортировка. Ну что так и работает. Тяжело? Ну нелегко. Видите эти заломы? Все это надо собрать. Работы очень много. То есть, ну, лес реализуется на бирже. Белорусская универсальная товарная биржа, то есть, ну, фактически как аукцион. Договор регистрируется, приезжают люди, ну, платят деньги, мы их отгружаем. Я понял, а сколько примерно в день вы отгружаете леса? Ну, бывает, что 380 кубов. Ну, так в среднем 150-200 кубов. Для, ну, для целлулозы, на экспорт. Буду грузить вагоны и отправлять на Польшу. То есть, проконтролировать загруженный объем и написать документы на вывоз. То есть эти люди оплатили, у них накладная уже есть, а мазу, ярлыки я уже выписал.